Всем привет! Меня зовут Алина. И я в этом видео хочу вам показать, как сделать вот такой миленький обруч. Очень легко, и за несколько минут, буквально за 10-15 минут, вы сможете сделать вот такой красивый обруч для вашей дочери, либо в подарок. И совершенно практически недорого, если вы будете заказывать эти цветочки на AliExpress. Кому будет интересно, то я постараюсь ссылку оставить на такие цветочки и тычинки в описании под этим видео. Все, кому интересно, то оставайтесь со мной, будем вместе делать вот такой красивый обруч. Так, и для работы нам понадобятся искусственные цветочки разных размеров, цветов, теплента. Вот так выглядит новый рулон. У меня вот остаток. Кстати, этот один рулон очень много хватает. Поэтому я заказывала на AliExpress 3 рулончика. У меня до сих пор вот первые. Мне еще 2 вот таких. Потом вот такие простые обручи металлические. И всякие тычинки. Вот они у меня вот такого размера. Такого есть более крупные. Потом есть совсем малюсенькие вот эти посерединке. Они бывают разные. У меня этих цветов много. Вот такие тычинки посерединке бывают. Сейчас покажу. Вот такие. Очень разные, всякие-всякие. А я хочу сделать такой нежно-розовый. Возьму розовые тычинки. Это все уберу сейчас быстренько. Как я все это делаю? Для начала я все вот это рассоединяю. Выпрямляю все вот эти. И выкладываю в рядочек вот так. Букетики, если не ошибаюсь, где-то 12 цветочков входит. Так, ну вот я приготовила цветочки. Ну, конечно, они будут много. Потом я беру вот эти тычинки. Хочу сиреневыми тычинками. Также их делю. Их тут уже 12. И сразу ставлю между нашими розочками. То есть так удобнее, когда я уже начинаю накручивать их на обруч. Они уже готовы. И работа идет очень быстро. И мы уже хотя бы приблизительно видим, как будет наш обруч смотреться. Так, лишние. Дальше. Ой. И беру я обруч. И теп-ленту. И ее нужно накручивать на обруч. Я начинаю с внутренней стороны, и немножко нужно натягивать теп-ленту, и тогда она получается как клейкая. И начинаю потихонечку обматывать, и вот так прижимаю, обматываем вот так обруч. Лучше цветочки, я так считаю, а вы там делаете на ваше усмотрение, начинать повыше накручивать, потому что тут внизу мешает для ушек. Когда дети одевают, то цветы мешают. В
Вот таким образом я немножко наматываю, так придавливаю. Я не клею цветочки, мне не нравится, и мое мнение, что это не очень надежно. Так, теперь я всегда начинаю с тычинки. Берем тычинку, ложим вот так и придерживаем ее и обматываем обруч так, чтобы наша тычинка также обматывалась этой лентой. Потом берем цветочек, нашу розочку, вот так, и также обматываем снова. Берем тычинку и так чередуем до конца. Так, ну и вот практически у меня обруч готов. Все цветочки равняем. И у меня последняя также должна быть тычинка. Вот эти последние концы можно обрезать. Я обрезаю старыми маникюрными ножницами. Я их укорачиваю. Ставим последнюю тычинку. Смотрим. Приблизительно ровненько. Я обматываю последнюю тычинку. И так обрезаю. И обматываю обруч до конца. Таких обручей я делаю на все праздники, и не только праздники, у меня почти всегда, вернее даже всегда, бывают в наличии 3-4 разных цветов. Очень хорошо, как ни странно даже для меня, продаются обручи, которые я делаю из остатков. То есть там могут быть цветочки и желтые, и розовые, и зеленые. То есть из остатков остаются цветочки по одному цветку, я их собираю в один. И так они лучше продаются. Так, обрезаю ленту и обматываю кончик. Также подтягиваю и заворачиваю. Если слишком много, то лучше обрезать, потому что когда лента намотанная на саму ленту, она плохо держится. А вот когда на металлический обруч, она намного лучше. Так, смотрите, все выравниваем аккуратненько. И у нас за несколько минут получился вот такой очень нарядный, красивый обруч. Эти цветочки у нас очень дорогие, но если их заказывать на AliExpress, правда, бывает очень долго ждать. Да, немножко я слишком спустилась, да? Да. Надо было тут добавить еще. То на Алиэкспрессе намного дешевле, и очень красивые цветочки можно заказать. Ну, я всегда вот с такими, вот эти тычинки очень люблю. Они очень красиво смотрятся. Цветочки эти все также.
В основном я только вот такие заказы. Еще есть вот такие ягодки, они как засахаренные. Я как-то заказывала. И мне вот тут еще пару штучек осталось. Очень красиво. И фотографии сделать можно красиво. И обручи очень красиво оформить. Вот у меня осталось пару штук. Я могу использовать где-то там, например, если у меня мало остается, посередине я могу только использовать вот так пару штучек, а дальше уже без будут. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам пригодится, и вы самостоятельно сами сделаете вот такой красивый обруч, потому что они стоят не дешево, можно так сказать. А если сделать его своими руками, то получится очень даже недорогой и сделано по вашему вкусу, по вашим расцветкам, которые вам нравятся. Поэтому дерзайте. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.